Россия любит экстрем. Господи! Мы об этом правда не задумываемся. Включаем воду и ходим по всей квартире. Стоп, хватит. Да шо до ручки просто. У тебя нет каникулей, у тебя нет ничего. И всегда, по большому счету, есть проблемы. Русские много плачут. Но во Франции же раньше это было? Было, но прошло. То есть Россия удивляет, и она будет удивлять. Петь и пить. Так и живем. Да, так и живем сегодня. Всем привет, друзья! Я приехала в древнерусский город Коломна. Так и хочется процитировать Чехова. Хорошие погоды нынче стоят. А я иду на встречу с местным французом. Мы будем гулять и наслаждаться золотой осенью. Bonjour, Маша! Привет, Николя! Viens, assieds-toi, on y va. Мы же хотели прогуляться. On n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Это мы и они на выезде. Окей. Николя Буассе, Франция. По воле судьбы Николя родился в самом центре французских Альп, в городе Гренобль. Его дед был кубанским казаком, который после революции не смог вернуться на родину. Однако зов крови оказался сильнее французского воспитания. И когда в 25 лет Николя предложили работу в России, он согласился. Отработав несколько лет, француз сменил скучный офис в Москве на убранство древней Коломны и занялся фермерством. Теперь он мечтает приучить местных к французской спарже и брокколи. Николя обожает изучать российскую историю и петь кубанские песни, но никак не может привыкнуть к расточительности русских. Коломна – один из самых древних городов Подмосковья. Она всего на 30 лет моложе Москвы. Когда-то ее считали второй столицей амбициозного московского княжества. Сегодня Коломну называют городом-музеем. И это неудивительно. Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы прогуляться по старинным улочкам, попробовать знаменитую пастилу или просто насладиться живописной природой. Николя, как же здесь красиво. Не знаю, какая-то прям божья благодать. Ты за этим сюда переехал? Ну, и в том числе, вот это место, где можно и отдохнуть, расслабиться, вот, без нерв, без стресса. Это одна также причина, вот, но я не из-за этого пришел сюда, да, но это вот радует, что есть. А из-за чего ты переехал? Расскажи. Это было давным-давно. Мой дед был русским. Первая эмиграция кубанских казаков. Они, многие из военных и русские белые попали во Францию. Он не смог вернуться обратно к своей семье. Мой дед женился на итальянку. Моя бабушка Анжела, ее зовут. И моя мама родилась. Да. Естественно, мы знали всю эту период, что у нас есть какие-то родственники в России. Моя мама после его смерти, она искала вот наших родственников в России. Мы написали письмо в Ставропольское краю атаману, который нам ответил, что есть. Нашли вот Василий Федорович. Но если это Федорович, это значит сын Федор, мама. Значит, это твой полбрат, брат по отцу, да? Вот, сразу заплакала. Ну, много слез было, да. Есть родственники. И я периодично вот, с 12-13 лет их посетил вот, во время летних каникулей. А ты вообще первые свои ощущения помнишь от России? Мне было 13 лет. Прилетели в Пулково, дождь, все дорожки вот, асфальтные разбиты, практически мало фонарей, то есть ничего не видно. Грустно, серо. Я вот смотрел, мама, я плакал. Я плакал, но я плакал не один раз.
Потом в гостинице его ток-ток, я открываю, там это горничная, вот она бегает по всю комнату, открывает мой чемодан, вот джинс, вот, вот так, бери. Я практически половину чемодана вот ей отдавал, а мама мне сказала, почему тебе отдавал все? Ну, она хотела, они бедные. И несмотря на ну, такой достаточно негативный, что ли, свой первый опыт, ты все равно согласился на предложение переехать в Москву как экспат? Да, это было ровно в 2000 году. Почему? Потому что я знал язык. У меня вот родственники, есть желание поехать. Зарплаты на 2-3 раза больше, чем во Франции. То есть есть тоже финансовый момент. А экспатам же тогда доплачивали, по-моему, в то время за то, что они соглашались жить в России, да? Ну да, потому что он считается вот как рискованная страна. То есть есть double, triple зарплата. А как тебя вообще первое время принимали русские? Быстро ты там друзей себе нашел? Я общался, по большому счету, в рабочий круг. Меня приняли, они были вот очень, очень любопытные, задавали очень много вопросов, откуда ты, вот, что вы кушаете. То есть, если они знают какие-то слова на французском, они обязательно должны это тебе сказать. Если, например, русский поехал бы во Франции, француз, он бы не столько вопросов, как ты живешь, где... То есть француз, он живет больше сам по себе, как молекуль, который вот двигается, но который не хочет на другой молекуль вот встретиться. А русский, ему интересно узнать. Они хотят вот живого потрогать, да. Вот моя семья меня приняла очень хорошо. Это каждый день праздник. То есть большие столы кушать и кушать с утра до вечера. Русские вот славянские, старые славянские песни, казачьи песни и пить. И пить, то есть петь и пить. Тебя это удивляло, как француза? Ну, столько всего на столе. Во Франции же так не делают. Нет. Нет, во Франции не подают на столь, да, но подают по блюдам. То есть первое блюдо – салат. А вот в России у тебя практически все блюда одновременно. И тебе и суп, и салат, и куси, и сыр. И вот так. То есть все на столе, и вот так. Чтобы почувствовать дух города, Николя предложил мне прокатиться на повозке по центру. Ведь Коломна славится не только своим историческим наследием, но и обилием музеев. Здесь их насчитывается аж 44 штуки. Мне кажется, в этом плане, наверное, Коломна все-таки чем-то похожа на твой родной Гренобль. И мне интересно, а как вообще... французы относятся к сохранению культурного наследия? Очень следим за архитектурно, за вот старые замки, за прошлое, очень много музеев. В этом плане Франция вот молодец. А по твоим ощущениям, как к культурному наследию относятся здесь, в России? Поскольку я здесь уже сколько, 24 года, я всегда вижу вот старый монастырь в ремонт, старые церковь в ремонт. Это значит, что государство тоже вот в этом вкладывает, и надо вспоминать, чтобы идти вперед, надо знать, откуда мы. В каких городах ты бывал? В российских? Естественно, вот в Санкт-Петербурге, естественно, вот в Ставрополе, Краснодар, естественно, в Сочи, естественно, был, в Челябинск, Самара. То есть я практически все миллионники и города вот посетил. Это было по работе, да. А какой вот твой личный шорт-лист лучших городов России? Ну вот куда нужно приехать иностранцу, чтобы влюбиться в нашу страну? Я бы ставил... Может быть, наравне, скажем так, Москва и Санкт-Петербург. Естественно, Коломна, потому что здесь тогда нужно, чтобы наши туристы приехали сюда. Но есть места также вот интересные, природные, как Карелия. Вот, это великолепные места. И я считаю, что есть очень много места и момент, который даже сами русские не знают. Например, недалеко от Коломны есть еще город Рязан. Там они вот создали формулу молочный шоколад, который мы пьем. И они продали Nestlé. Это было в России. Также Max Factor, который вот вы можете вот пользоваться, да, он из Рязан. То есть Россия удивляет, и она будет удивлять. Я тоже решила удивить Николя и пригласила его в дом живой истории, который предлагает полное погружение в купеческую жизнь конца 19 века. Вот мы и в прошлом.
Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Марья Сергеевна. Никола Жульенович Буассе. Вера Васильевна Суранова. Некрасова в девичестве Суранова. В доме Сурановых восстановлено все до мелочей. Интерьеры, наряды, предметы обстановки и даже личные вещи хозяев. Вообще, династия Сурановых – это значимая купеческая фамилия для Коломны 18-19 веков. А их дом признан культурным наследием. Сегодня здесь можно погрузиться в прошлое, поспать на перинах, отправить письмо с сургучом или поиграть в домино. Это гостиная, не столовая. Мы здесь не едим. Мы здесь собираемся поговорить, поиграть иногда гости, когда придут. Пятерка, пятерка. У меня есть пятерка. А Франция играет вообще в домино? Играем, конечно. Серьезно? Да. И в карты, и в домино, вот из таких вот социальных вот игры, да, домашние. А ты чувствовал вообще в себе вот эту вот русскую часть или вот такую русскую родословную, пока жил во Франции? Мне вот тянуло вот Россию, я не знаю почему, я не могу объяснить. Но я учил язык, я встретил много людей, чтобы услышать русскую речь. Как говорят у нас в России, кровь не водится, все равно тянет. А что вообще дед рассказывал вам в семье о России? Ничего. Он сказал, у меня есть секрет, я вам расскажу. И он умер и со своим секретом. Он ничего не рассказал, что у него был первый брак, что у него была жена, что у него были дети. То есть он второй раз, получается, женился уже во Франции? Да, с итальянкой. И он страдал, наверняка, всю жизнь. И там он встретил много, вот, чем тоже многие вот, казаки разные. Вот, в Гренобле они встретились. Бежали, которые после революции. Да, вот была община, вот они общались, выпили вместе, плакали вместе. Очень много плакали. Все скучали по родине. Да. Ты согласен с выражением, что... умом Россию не понять. Я тебе скажу одно, что не понять, это в маленьких деталях в жизни. А что вот на конкретном примере тебе было непонятно или удивляло, или, может быть, до сих пор удивляет в русских людях? С сегодняшнего дня мы ездим за рулем, есть пешеходная зона, да? Во Франции ты стоишь в пешеходной зоне, ты смотришь, если вот есть налево-направо машин, и ты потом идешь. А здесь люди даже не смотрят, они прямо ходят. У них приоритет. То есть мы должны остановиться, да? Но они должны тоже смотреть. И вот это маленький нюанс, да? Потом, например, вот галантность. Вот это... Все говорят, что французы галантны. Да, хорошо. Но русские не менее. Русские останавливают машину, выходят из машины. Бежит вокруг другой стороны, открывает вот дверь. Но это я это видел. Во Франции никогда такого не будет. Вторая галантность, например, в России. Мы идем в ресторан, муж и жена, например. Русская мужчина поддерживает, убирает вот, пальто вот, женщину. Это во Франции нет. Но во Франции же раньше это было? Было, но прошло. Феминизм? Я думаю, да. Я думаю, что статус женщин во Франции... ну, поднялся до уровня вот мужчины. Уже у мужчины нет желания этой галантности показать или делать. Поскольку мне равни, ну ладно. Понимаешь, да? То есть, да. Зачем? Хотел говорить про феминизм, да, например, да? Потому что женщина. Можно вопрос? Конечно. А это во Франции или в России вот дали право на выборы женщин первые? В России. Когда? Ну, это еще, по-моему, как раз после... В 17-м году. Да, после революции как раз. Вот. Во Франции, ну, 36, ну, сколько, 44. То есть феминизм, например, если я беру, вот, мы берем период Советский Союз, дали более вот не шанс, а просто вот поднимать вот голоса вот женщин, правильно? Да. В России всегда с правами женщин было как раз-таки хорошо. Вот. У нас была чуть-чуть другая проблема, что после Второй мировой войны мужчин очень мало было, и женщинам в целом приходилось делать все.
и работать, и на заводах, да. и вместо мужчин. То есть и страну поднимать, и детей рожать. И нужно было все это делать одновременно. Да. Поэтому наши женщины скорее борются за то, чтобы оставаться женщинами. За то, чтобы нам держали дверь, снимали пальто, открывали дверь машины, помогали донести продукты. То есть нам хочется оставаться женщинами, потому что мы наелись феминизма. Но вот эти западные тенденции, западные веяния... То есть веяния, вы против? Мы хотим, чтобы мужчины были мужчинами, а женщины оставались женщинами. Ну, это понятно, вот, а не микс, окей, это я понимаю. Уже с сегодняшнего дня и в будущем этого не получится. Почему? Потому что надо жить. А чтобы жить, нужны деньги. С сегодняшнего дня я беру конкретный пример. У тебя, тебе надо арендовать квартиру в Москве, воспитывать детей. На одну зарплату хватит? Но в любом случае придется, никто тебе не поможет, тебе придется вот работать. Я согласна. Я к тому, что что угодно, включая феминизм, должны быть без перегибов. Не переживай, Маша. Мы во Франции любим, чтобы женщины были тоже красивые, чтобы красиво одеты, чтобы легкий макияж, чтобы они были натуральные. Мы любим и угостить ей вот в ресторан, хотя, может быть, и вы слышите, что вот во Франции муж и жена идут, они пополам счет разделяют. Это часто от женщин, чтобы показать, что она нет, может быть, не хочет сейчас. И тогда она разделяет, она вот ставит свои граны. А еще в России часто говорят, что французские мужчины очень жадные. Да, так говорят. Это плохое слово. Во-первых, я не понимаю, что такое жадный. Удобная позиция, если не понимать. Я француз, я не понимаю, что такое жадный. Французский мужчина тяжело, как это, судя по всем мужчинам, которые во Франции живут, они экономны. Вот, лучше, это лучшее слово, экономны. То есть они хорошо считают, можно сказать. Мы всегда думаем о будущем, то есть надо всегда копилка, на всякий случай. Например, во Франции ни одной из моих друзей меня никогда не спросила, ты можешь мне помочь 10 тысяч рублей, ну, 1000 евро или 2000, ни разу. А в России это постоянно. У вас другая система вот, затрат. Вы не копите, вы не думаете о будущем. И сегодня есть, тратите. Мне уже 50. Может быть, это будет грустно кому-то это слышать. Но когда мне было 23 года, я уже думал о пенсии. Возможно, благодаря французской экономности Николя удалось развить свой бизнес. 7 лет назад они вместе с русским другом открыли ферму, где стали выращивать французскую спаржу. Теперь они поставляют ее в магазины и рестораны. Николя пригласил меня посмотреть свои угодья и показать небольшое ноу-хау. Мы приехали сюда уже на поле, где растет уже наши овощи, и будем их собирать. То есть сбор начинается для тебя. Мы да. с тобой? Пойдем? Обязательно. Сами? Конечно, надо же работать правильно. И для этого нужно обязательно сапоги. Так. А и обязательно вот джинс, чтобы его защищать от загара, от жуков. А ты, смотрю, такой загорелый, не сильно защищался. Я сейчас вернусь. Хорошо. Оказалось, что сезон спаржи достаточно короткий. С мая по июнь. Поэтому Николя разработал собственную селекционную культуру. Это спаржевый брокколи. Как она правильно называется? Николини. Николини, потому что Николя. Потому что это и не спаржа, и не брокколи. Это Николини. В смысле, это между... какая-то смесь? Это смесь, да. Вот он длинный, как спаржа, но в конце голова вот брокколи. Сейчас попробуем. А его можно есть так? Можно есть свежим вариант. Можно ее варить на пару, на гриле, как спаржа приблизительно. Невероятно интересный жизненный путь. Ты был коммерческим директором во Франции, в крупной компании, приехал в Россию и стал заниматься фермерством. Почему?
У каждого человека есть какое-то хобби, и вот таким образом с моим партнером вот мы начинали вот какое-то хобби, как спаржа, как Николина, например, да. Хобби позволяет отдохнуть от суеты, от жизни, от московской атмосферы и уехать за какие-то за пределы вот города на свежем воздухе. У меня дачи нет, вот это как моя дача. Подожди, подожди, то есть правильно ли я понимаю, ты нашел партнера? После этого вы вдвоем стали высаживать какие-то грядки, и это все разрослось вот до этих масштабов. Да. Сколько здесь гектар? 3 гектара. Вот именно так, только вот Николини здесь растет. Почему именно Николини? Почему именно спаржа? Все-таки это не самый популярный продукт в России. Спаржу я выращивал во Франции со своим отцом. То есть это знакомый овощ, который я привык кушать вот весной. А здесь весной я не нашел вот свежую спаржу. И мне не хватало наверняка. Вот, вот поэтому решилась такой, начинать с такой овощи. Удивительно. И как вообще русские реагируют на Николини? Ну, на спаржу они очень хорошо реагировали. Особенно шеф-повара, ресторан, в мир хорика. А на Николини это новинка на рынке, да. Ну, имеет тоже свой ниш, и каждый год объем растет по спрос и по продаже. А французы вообще любят спаржу? Очень любят спаржу, да. Больше, чем русские? Я бы не сказал, что больше, но он уже в культуре. У нас культура еды немножко по-другому. Объяснить? Конечно. Люди знают, что спаржа растет в мае, июне. Так. То есть они кушают овощи, которые растут именно в этой эпохе, да? А в России у меня шеф-повар мне звонит в октябре. Но мы ведь едим спаржу и вообще зеленые овощи круглый год? Все, кроме мая, июня, скажем так, все это будет импортная продукция, да. Какая вкуснее, российская или импортная? Конечно, российский. Ну наш. Давай забирайте, а то мы договорились. Да. Я так и не поняла, как ее срывать. Как сливать? Очень просто. Вот на стельби. Так. И сливаем стельби. Можно листья вот обрезать, здесь? Да. О, здесь хорошие. Фермеры. Да, сложно быть фермером. Да? Очень. Почему? Ну, смотри, вот во Франции это профессия, где самый большой процент самоубийства. Самоубийство? Да, это вот фермер. Почему? Потому что много не зависит от тебя. Вот завтра будет гряд, например, да, ты все потерял. А ты взял кредит. Ты не можешь ничего не отдавать. То есть это очень стрессовый. У тебя нет каникулей, у тебя нет ничего. И всегда, по большому счету, есть проблемы. Чтобы выяснить, каково это работать с французом и вообще быть фермером в России, я решила поговорить с партнером Николя. А не страшно вообще было начинать бизнес с французом? Но все-таки разница менталитетов, подходов. Это наоборот хорошо. Почему? Потому что мы абсолютно разные. Он мыслит одно, я мыслить свое. Но комбинация, скажем так, вот и то, и другое, делать, что можно вот каким-то образом развивать. Если мы были идентичны, может быть, не получилось бы. Но вот мы разные. У нас разные подходы. У Николя, у него подход более такой творческий, если хотите, такой более спорадический такой подход. Он, вот, у него идея, у него образы, там какие-то значит, мысли, поток причем разных мыслей. А у меня это системность, понимаете? Я вот всегда все по полочкам, все в квадратное, табличка, формулы, компьютер. Все. Как будто бы это вы, получается, француз. А такой или немец даже скорее, европеец, да, в общем, вот, больше к немцу, наверное. Наверное, вот так. Да. А вот какие-то есть отличительные черты именно менталитетов, которые выражаются в бизнесе? Да, да, да. Вы знаете, это экстраэкономность. Вот у нас Николя мне ассоциируется с человеком, который на всем пытается экономить. Вот. Иногда это, кстати говоря, на пользу, а иногда и не всегда на пользу. Вот. У нас с ним постоянные споры на эту тему. Мы же вот знаем, что, например, сегодня есть трудности, и во Франции были очень много трудностей в течение 2000 лет назад. Вот. А таким образом мы народа, мы не жадны. Но мы знаем, что могут быть завтра не все легко,
И таким образом мы считаем, мы стараемся вот, быть экономнее, да, более экономнее. Не скупердай, как все говорят, да, вот, а более экономнее. Да. А русские? Все. А русские получили зарплату, вчера вот все тратили, потому что мы не знаем, что будет завтра. Может быть, кирпич, вот всегда, вот, кирпич упадет на голове. Тогда надо тратить, надо вот жить, надо жить, жить, жить. Хорошо, но мы живем, но, а мы живем не только сегодня, а еще завтра. А и послезавтра. И мы думаем, вот, ну, это такое, это менталитет такой вот. Французу тяжело это было понять? Кому? Такой менталитет. У кого? У русских? Ну, да. Ну, если вот с женой, да, тяжело, например. Вот. С партнера, ну, можно обсуждать. Вот, например, да. А с женой ты не обсудишь. Он без разговоров, без вариантов. Без вариантов, да. Ты, там русская сторона вопросы да. принимается. Но есть другая. Момент, да, надо быть осторожней, просто осторожней вот, в финансах. Вот и все. Вот. Не более того, не более того. А вообще, если открывать бизнес во Франции, это сложнее или проще, чем в России? Конкретный пример. Фермер за одну неделю он будет работать с понедельника до среды вечером, чтобы заниматься вся административной документацией от налоги, от инспекции, от разных вот, органов, ветеринарных или что-нибудь такое. То есть они потеряют, это потеря времени. Вот поэтому, наверняка вы все видели, что недавно и французские фермеры поехали, они пошли на улицу, да, на протест. Вот, за все это. Они уже не могут. То есть, другими словами, если ты выращиваешь спаржу, то тебе нужно так много бумаг на эту спаржу подписать, что ты фактически не успеваешь, она у тебя сгнивает, ты ее в магазин не успеваешь отвезти, или цена на нее настолько вырастает? Не только от спаржи, это до того, чем у тебя спаржа, у тебя уже вот куча административно. Из-за того, какой вот продукт, где будет, какой земля ты будешь участвовать. У нас государство работает на доверии с фермерами. То есть, если ты отчитался, то тебя уже не контролируют так жестко, как вот это делается во Франции. Там никаких выездных проверок не осуществляют. Но если ты соврал, если ты отчитался ложно, то тогда уже, да, тогда уже получи, так сказать, то, что заслуживаешь. Сколько вообще вы своим работникам платите в час здесь? Откуда вы знаете, что мы платим за час? Какая зарплата здесь у ваших работников? То есть есть два системы, но это очень спорно даже в мире. Как платить сезонно люди, да, за час или за килограмм? Вот. И есть много анализов в Америке, и никто, по большому счету, никто не знает, это нужно так. То есть иногда мы платим за час 225 рублей, плюс налог, который мы платим. А какой порядок зарплат во Франции? По-моему, это 14 евро в час. По курсу сегодняшнего дня 1400 рублей в час во Франции, здесь 225. То есть на 6-7 раз дороже платим во Франции. В России за последние 10 лет поменялось многое. Так, например, фермерство выросло почти в 3 раза. А в Подмосковье так и вообще случился настоящий бум. На удивление, помимо привычных полей с пшеницей и коровников, все чаще стали появляться необычные хозяйства. Например, крокодиловые или улиточные фермы. О, господи! Вот здесь у вас сколько вообще улиток? 8-10 тонн вот в этом зале. И вот куда дальше эта улитка идет? В Москву? Смотрите. Кто это все ест? Улитка вся расписана. Она идет в магазины. Мы даже в рестораны не возим. Но если захотят, возьмут. Но объем немножко не тот. И даже Москве сейчас не достается. Это все регионы. Там, россияне активно едят улиток. Вы не представляете, как они едят. Я так думаю, что сейчас объем поедания в России где-то составляет не более 700 тонн. Ну, мы не зря открыли ассоциацию улитководов, я стал президентом Союза улитководов, и по моим прогнозам, по тем людям, которые едут ко мне обучиться, а я уже больше 300 ферм обучил, я думаю, 25-й год это 1500 тонн будет примерно. 26-й будет, ну, прогрессия роста, потому что у людей получается, им нравится. Нет ни одного региона, где не выращивают уже улитку. А насколько я знаю, вы не только обучаете наших российских фермеров, но даже европейцы приезжают учиться к вам. Ну, едут,
Да, сейчас вот из Германии много народ бежит покупать земли в Крыму, в Воронежской области. Да, они прежде чем просто переехать, хотят понимать, чем они будут заниматься. А так как это деятельные люди, любят трудиться, они на обучение приезжают, я их обучаю. А как думаете, откуда такая вообще популярность? Ну, во-первых, это вкусный продукт, а это же еще полезно. Вот 6 маленьких улиточек – это моя или Николя суточная норма по белку, а ваши 3 улиточки – суточная норма. Я считаю, что мы должны срочно пойти закрыть суточную норму. Во Франции так не кушаем руками. Нет, руками? Руками всегда вкуснее. Вот. А у нас с приборами едят. Отлично. Это вкусно, но практически по-бургундски. Да, невкусно. По-бургундски это же просто способ приготовления. С маслом, чесноком и петрушка, белым хлебушком. И петрушка. А дома вы готовите вот так, чтобы, например, мама взяла и приготовила улиток? Бывает такое во Франции? Мама готовит. Но она покупает уже, они уже готовлены в духовке. Как ты считаешь, а чем русские похожи с французами? Мы любим вкусно кушать. Мы все хотим вот отдохнуть, например, в такие места. Вот. Мы все хотим спокойно, стабильно жить. Вот, с любви, с детьми. То есть мы очень похожи на самом деле. Вот ты женился на русской девушке. Вот что тебя удивляло в русской жене поначалу? Потом они будут резать, да? Да. Ай, сейчас у меня судорог стал. При таком вопросе. Например, русская женщина будет включить лампу и свет везде, во всех комнатах. А мы, французы, ты вышел из комнаты, ты выключаешь. Принимать в ванной почти каждый день. Вот. Во Франции так ты не делаешь, потому что электроэнергия дорого. Ну да, дорого. Кубометра воды тоже дорого. Трать энергии вот, для француза это шок. Но это жадность или экономность? Экономность, наверное. Ты сама ответишь. Вот это может раздражать, да. А сколько все-таки киловатт стоит у нас и во Франции? 7 или 8 рублей за киловатт. А там? Общая сумма, да? Угу. Общая сумма где-то вот в порядке, если в рублях перевести, ну, от 10 до 15 тысяч рублей за электричество в месяц. О, это много. Если у тебя эквивалент, например, 80-90 квадратный метр квартира. Ну, только за электричество. А еще коммуналка? Ну, у нас нет такие коммуналки, как я, но у нас есть другие налоги, тем не менее. Я говорю, это детали. И все эти детали, они суммируются. Что в итоге это будет либо плохо, либо хорошо. Такие вот детали, которые ты подмечаешь, это супер интересно. Да, да, потому что... Мы же об этом правда не задумываемся. Включаем воду и ходим. Нет. По всей квартире, туда-сюда. Нет, вы не думаете об этом, а мы думаем. И есть один момент, который также я заметил, что русская женщина любит своих детей, ну, чересчур любит. Надо, естественно, любить своих детей, да, но не забыть, что есть муж. И от этого, ну, я заметил, что есть много вот и развода, что есть от того, что отделяется, то есть отделяется из-за ребенка. Она слишком вот, у нас говорят, мерпуль. Мама курица, то есть она скрывает свой цыпленок. И мы во Франции немножко по-другому. То есть мы, как муж и жена, мы берем время уходить в ресторан муж и жена. То есть или уехать, например, в Коломна, да, вот отдохнуть, или на пляж вдвоем, иметь свои интимно вдвоем, без детей. Ну а самым активным нашим зрителям в этом сезоне мы отправляем наш фирменный мерч. Для того, чтобы его получить, вам необходимо креативно ответить на вопрос. Николя приехал в Россию с миссией накормить всех россиян спаржей. А вот если бы русский поехал за границу, какая бы у него могла быть такая необычная миссия? Скорее пишите в комментарии, пока меня комары не сожрали. А воспитание детей вообще в России и во Франции отличается? Я давно не живу во Франции, то есть мне сложно судить.
Я могу судить то, что я вижу сейчас. Я вижу здесь организованная школа. Есть охрана в школе здесь. Во Франции нет. И там многие проблемы, да. Я видел, вот когда открывают 1 сентября здесь, что все поют гимн, российский гимн. Во Франции никогда. Поскольку вот во Франции вот, патриотизм уже потерялся в глубину вот, земли, наверное. Потеря культуры и потеря вот, воспитания сейчас происходит во Франции. Это за последние вот, 5 лет это можно это заметить. То, что здесь нет. Здесь открывают школы. Во Франции закрывают школы. Закрывают? И закрывают, да. У нас церковь, ну и церкви вот тоже вот, ну все, практически все закрывается. Я не буду жалеть, не жалею, что мой сын сегодня в русской, он в садике сейчас, он в школе, а? Ты бы хотел, чтобы он остался здесь жить? Я не хочу, чтобы он здесь остался жить. Почему? Потому что, во-первых, он должен сам решать. Во-вторых, я ему даю инструмент, потому что он будет делать с этим, он делает как захочет. Я бы хотел, что он никогда не забыл, откуда он. И как и русский, и как француз. Как тебе супчик? Супчик просто великолепно. Великолепно. Ну или ты голодный, наверное, просто. И голодный, конечно. Конечно. Конечно, голодный. Скажи эту фразу, умоляю. Mais je ne mange pas six jours. Часто ты ее слышал в России. Это кошмар. Вот, вот, честно, кошмар. Чтобы я был в Москве, в глубину России, я слышу две фразы. Je ne mange pas six jours. То есть, типа, я не ел уже несколько дней или 6 дней. И «Chercher la femme». Вот. Любые русские, любые. В потерянной деревне он знает эти два фразы. Вот. Я уже не могу их слушать, честно говоря. Эти люди, которые далеко в глубине России, они тебе так говорят, чтобы тебе показать, как иностранцы, потому что, может быть, они редко видят, что они знают какое-то французское вот слово. То есть для них это бомба, понимаете? Но для нас не совсем. Она уже взорвалась, бомба. Николя, я понимаю, что, наверное, логично было бы прийти в Коломну в магазин и посмотреть цены на хлеб. Но здесь, в Коломне, мы просто не могли не прийти в местную калачную. Потому что калач – это такой вот прям продукт, который ассоциируется с Коломной. Но, конечно же, здесь так же, как и в пекарне, выпекают хлеб. Да, но я тебе перебиваю, извини. Это может быть необыкновенное место для вас, а для меня это похоже на французскую пекарню. Потертая контора, кирпич, маленький, вот не надо пространство большое. У нас есть видео от твоей мамы. Багет – это колебается цена от 1 до 1,3 евро, то есть от 100 до 130 рублей за багет 250 грамм. Здесь, в Коломне, буквально вчера вот я заходила в магазин, да, и нашла багет. Да. Мы, к сожалению, не смогли там организовать съемку, но мы его купили. Багет здесь, в Коломне, стоит 17 рублей. Единственное, он 200 грамм. Это очень привлекательный и очень дешевый вот цена, да. Да. Но мы же не можем уехать из Коломны, не попробовав калач ваш фирменный. Это обязательно. С гусем. Как это по-русски. Гусем? А что значит гусен? С гусем. А с гуся? Гусь. Это действительно, мне кажется, один из первых российских стритфудов просто. Такая уличная еда по-русски. Это что? Это ручка держать. Держать, да. Да, и есть такое в России, знаешь, выражение «дойти до ручки». Оно вот пошло как раз от калача. Открыто. То есть в России не нужно было есть эту ручку, потому что за нее держали много микробов. И грязные руки. И если ты, да, если ты съел даже ручку, это значит, ага, ты дошел уже до чего ты дошел. Дошел до ручки. Отлично. Просто. Ну что, пробуем? Обязательно. Да, это... Хрустит, как багет? Можно закрывать глаза, и на самом деле вот хруст и качаться хлеба можно быть и во Франции то же самое. То есть вы молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Это вкусно. Очень вкусно, достойно, да. Пойдем. Не скучно?
Скучаешь ты вообще здесь, в Коломне, по альпийским горам? Скучаю. А в целом тебе не кажется, что в Коломне как будто бы, ну, скучно, что ли, по сравнению с Москвой? Коломна, размер этого города более адекватно и более дружественный. То есть, может быть, в Москве свой сосед, может, и не знаем. По квартире, я имею в виду. А здесь мы практически должны все пересекаться практически каждый день. Вот поэтому создают атмосферу как очень, как соседство. Вот. И все не даем скучать, скажем так. Все абсолютно безопасно, можно гулять и по ночам, ничего страшного нет. А вот если рассматривать Гренобль с точки зрения безопасности, это безопасный город? Абсолютно нет. Гренобль — это один из очень опасных, но это связано, как и в Лион, например, как и в Марсель, как и тот же и Париж, поскольку вот все эти большие города вот принимают очень много миграций. И из-за этого вот создает, ну как, создает квартал, ну все уже знают, и это правда, который квартал, только вот даже милиция туда не ходит, это правда. Я, честно говоря, думала, что Гренобль, он же по факту небольшой, практически сравним с Коломной. Ну вот я смотрела по количеству жителей. Он небольшой, но это транзитный город. И раньше было очень много скобках и войны, и мафия, скажем так, между Италией, Францией и Югом. То есть он на перекресток. К сожалению, это так. Да. Есть проблемы с беспорядком вот, во Франции. Здесь ты когда-то чувствовал что-то похожее? Здесь нет. Здесь и даже мои коллеги французы или любые иностранцы, которые, они все абсолютно себя чувствуют безопасностью днем, ночью. Но мы идем дальше, да, чем твой вопрос. Чтобы наказать людей, он гораздо жестче, чем во Франции. Вот поэтому люди здесь не рискуют, например, вот, да, воровать сумку у женщины, например, на улице по вечерам. Они знают, какие риски следует. Сейчас столько камер, тебя найдут просто через 30 секунд. И камера, да, ну, может быть, это чересчур, вот каждые 200 метров по дорожке камера, да, это может быть слишком много, да. Россия, а может быть и нет. Россия любит экстрем. У России большая страна, огромная страна, и они любят экстрем. Это либо ничего, либо много. Так и живем. Да, так и живем сегодня. Считаешь себя уже русским? Это интересный вопрос. Когда я общаюсь вот с русскими, я считаю, они меня спрашивают. Я говорю, нет, я француз. А когда я с французами, нет, я русский. Вот я между, вот, у меня одна нога туда, да. Я не могу покинуть страну, где я родился, где я учил. Я никогда не забуду, что это страна, которую принял мой дед, когда ему было плохо. И на это надо благодарить. То есть надо всегда, всегда вот пойти вперед, но знав, откуда ты. Я себя считаю француз, да, но который более-менее акклиматизировался вот, в России. Я себя чувствую француз более вот по бумажкам, ну, по мысли. И по мысли также, да, мне часто задают вопрос, а когда ты говоришь на русском языке, ты думаешь о словах, которые тебе... Нет, у меня вот все идет как речь, как вода, вот. Я не думаю, что какое слово я буду добавить, да. Тогда это может быть знак, что я немножко русский, правильно? А потом не я должен сказать, я русский, это люди, которые вокруг меня. Я тебе чуть-чуть человек, который, ну... На 50-50, вот можно сказать, да. Николя, у меня осталось три вопроса. Давайте. Которые я задаю всем своим гостям. Хорошо. Три главных качества русской души. Я бы сказал одно слово – слеза, потому что русские много плачут, эмоций много, они очень эмоциональны. Русский народ, он добрый. Это сильный, храбрый народ. Одновременно он спокойный. И имидж, например, вот медведь – это хорошо, он пушистый, хороший. Но трогать его нельзя, он сильный. Вот это, в этой силе. Не агрессивная сила, а спокойная сила. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Это ехать по дорожке и видеть камеру вот скорости каждые 150 метров. Меня бесит. Я думаю, что у русских тоже. Второй момент –
входим в магазин, любой дверь, вот, например, как мужчина тебе открывает, чтобы пропускать женщина, она приходит и тебе не говорит спасибо, спасибо, что ты взял дверь. Да? Во Франции это не так. Во Франции люди вежливые. Они лицемеры, но они вежливые. Вот. А здесь они, может быть, менее лицемеры, но они невежливые. Третий момент. Ну, на самом деле, вот, по-моему, у меня нет третий момент. Что русскому нужно для счастья? Ему нужно жить спокойно, иметь больше школы, образования, больше больницы, иметь семью, которую можно воспитывать в хороших условиях, как любой человек, я думаю, в мире. Да? Николя, спасибо тебе огромное за наш с тобой разговор. Спасибо тебе за то, что ты показал мне Коломну своими глазами. Для меня, честно говоря, она открылась с абсолютно новой стороны. Я не знала, что здесь столько всего интересного. И несмотря на то, что мы активно с тобой сравнивали две наши страны, я думаю, все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Правильно. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем.